Добрый день, это бижутерия оверсайз сток. Красивый лот, яркая, цветная, прикольная. Оверсайз сейчас это тренд. Давайте посмотрим, что здесь поподробнее. Значит, вот такое колье. Пимки это на шею украшение. Вот есть вот такое, смотрите, с камушком на цепочке. Камайо. Такие серьги, манго, текстиль. Они, знаете, даже не текстиль, это бумажные серьги. Липсы. Ракушки цветные. Камайо браслет на магнитах. Браслет на застежке. Здесь, посмотрите, это коробочка манго. Открываешь, а там булавочка для мужского костюма с текстильным цветочком. Брошка, камайо, браслеты. Красивая очень заколка. Камайо, серьги. Камайо, текстильные серьги. Кстати, у Камайо застежки тоже вот такие вот обычные. Так, манго, посмотрите, какое ожерелье. Ожерелье, оно с камушками здесь. Тоже оверсайз. Здесь просто цепочка коротенькая. Такой вот греческой фирмы. Камайо. Ожерелье. Камайо нитки, очень актуальные цепочки, на ленте, на черной, на атласной. Вот эта вот штука, это магнитики, вот здесь магнитики и длинная цепочка. Знаете, это манго, мы подумали, что это для очков, хотя не факт, на магнитиках такое ожерелье. А посмотрите, какие бершка. Ай, огонь. Их тут две одинаковых, пластик. А вот еще бершка, представляете, это серьги. Ох, камайо. Манго текстиль. Серьги. Как будто, знаете, такое... Необработанное золото. А вот посмотрите, какие клипсы от греческой компании. Очень красивые. Подробности об этом лоте. Видите, какая прелесть. Подробности об этом лоте вы сможете узнать в ссылке под описанием. Там будет количество и стоимость единицы. Но хочу сразу сказать, равнодушной вот эта трендовая бижутерия не оставит никого. Еще учтите, что здесь есть бренды, достаточно популярные у молодежи, такие как Манго и Бершка, которые сейчас, в принципе, отсутствуют. Не упустите свой шанс торгануть красивыми вещами, которые также являются помощником в продаже каких-то лотов. Они красиво дополнят любой костюм. Ой, смотрите, какая прелесть. Это едва заметная ниточка. Вот эта нитка какая-то, представляете? А здесь звездочки и камушек. А что за бренд? Какой-то Coco Collections. Вот такая цепочка. А посмотрите, еще вот здесь вот. Ай. Шнурок. Нитку можно сделать покороче. Вот такой манго тоже. Красивый ободок. Вот знаете, из чего это? Это бумага. И а вот еще есть брошка кит. Вот это кит, это натуральная кожа, выделанная, забронзированная натуральная кожа. Итак, вот этот лот. Подробности об лоте Oversize Bijuteria вы сможете узнать в ссылке под описанием.